И к новостям спорта. Сегодня в 19 часов в центре волейбола «Зенит» примет дебютанта Суперлиги «Клуб Грозный». Перед матчем для ветеранов и тренеров проведут экскурсию. А утро прошло заседание Федерации этого вида спорта. Делегаты высказались по самым злободневным вопросам. В первую очередь, как привлечь детей, когда, например, в Альметьевске заниматься им негде. Таким городам, как Челны и Нижнекамск, не хватает денег, чтобы вкладывать в развитие команд. Эти темы обещали поднять перед правительством. Самое слабое звено, как я понял, значит, нам надо обратить внимание и в приоритет выделить развитие детского волейбола. Значит, это зафиксируем мы в своем решении. Подготовка тренерских кадров. Значит, нам надо обязательно обратить внимание.